Вместо большой нефтегорской сцены – маленькая комната с телевизором. В этом году «Театральная весна» проходит в новом формате. Члены жюри отсматривают записи спектаклей, которые им прислали. В этом есть как и плюсы, так и минусы, отмечает председатель жюри Александр Мальцев. В записи теряется театральная атмосфера, но зато можно поставить на паузу, пересмотреть спорный момент. Да и обратная связь не теряется. Мы все равно оставляем отзывы, и поэтому для тех, у кого, как это было и в прошлые разы, и когда мы отсматриваем какие-то фестивали в таком режиме, обратная связь, она существует, и у каждого руководителя есть возможность потом позвонить и каким-то образом узнать непосредственно, почему так или так, или получить какие-то рекомендации. Онлайн-формат открыл дорогу для многих театральных коллективов. Всего на участие в фестивале подано более 70 заявок из 16 муниципальных образований Самарской области, что в 3 раза больше, чем обычно. В этом году фестиваль посвящен Году памяти и славы в России. Жюри выберут по 3 лауреата в номинациях «Лучший детский», «Молодежный» и «Взрослый спектакли», а также в художественном слове. Детские и молодежные коллективы, занявшие первые места, будут участвовать в фестивале «Театральное Приволжье» от Самарской области. Конечно, любой артист, самодеятельный или учащийся еще только, да, или просто вот как бы период жизни такой, что ему вот хочется себя реализовать, он жаждет сцены и жаждет публики. Конечно, она, вот эта вот проверка сцены и это вот сценическое воплощение, да, своих каких-то видений, оно необходимо. Помимо оценки спектаклей в целом, региональное экспертное жюри определит лучших дополнительно в номинациях «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший спектакль, раскрывающий тему Великой Отечественной войны». Кроме того, пройдет конкурс афиш и плакатов к спектаклям. Итоги фестиваля выложат в соцсетях агентства социокультурных технологий. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.